По центральным улицам Берлина маршем прошли фермеры. Только по официальным данным их было 14 тысяч. Некоторые участники акции протеста прибыли в столицу на собственных тракторах. Под лозунгом «Мы сыты по горло» они прошли от Потсдамской площади до здания государственной канцелярии. Аграрии выступают за отмену соглашения о свободной торговле между США и Евросоюзом. По их мнению, это уничтожит и без того переживающий не лучшие времена малый бизнес в сельскохозяйственном секторе.